Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хочу сегодня вам рассказать о наборе для сестер. Не забывайте подписываться, записываться на курс, про который я сейчас вам расскажу, и делиться благими знаниями. Что это за курс? Недавно, несколько дней назад, уже был объявлен в Телеграм. И сегодня хочу поделиться этим с вами. Набор в группу по исправлению суры Аль-Фатиха. Это уроки, которые направлены на то, чтобы уже в практической работе исправить ошибки при чтении суры Аль-Фатиха у сестер. Как вы знаете, проходил у меня курс, примерно 30 уроков были теоретические, где я объясняла возможные ошибки, на что обратить внимание, как сделать так, чтобы этих ошибок не было. Но, конечно же, одной теории или самостоятельно рассмотреть эти вопросы недостаточно. И нужно обязательно, чтобы кто-то так или иначе вас проверял, да, и как вы на практике усвоили. Поэтому я буду делать такие уроки. Но есть несколько условий, так как именно эти уроки хотелось бы поделиться с другими сестрами и желающими как бы посмотреть исправление. Поэтому эти уроки будут проходить в прямом эфире в YouTube. Устаза буду я, Малик. Они бесплатны. И для тех, ну, для начинающих, да, для тех, кто только-только начал, у кого достаточно много ошибок, а не те, у кого там одна-две ошибки, да, то есть у кого одна-две ошибки, я думаю, уже может самостоятельно или с учителем непосредственно как бы проработать в другом формате. Для того, чтобы записаться на этот курс, вам нужно будет написать модератору в Telegram на указанный аккаунт, да, вот перед вами. Расписание установим утреннее и вечернее, иншалла, и примерно по 5 сестер, может меньше или больше, будет в каждой из групп. Какие же требования? Во-первых, так как нужно будет читать, вы уже должны знать арабские буквы, уметь их более-менее хорошо читать. Для этого вы можете пройти курс, если еще прошли, или просто повторить, возможно, курс, который есть здесь на YouTube у меня. Я нашла ссылку, скину под видео. И обязательно, если вы уже знаете арабские буквы, ну, желательно их уже знать, потому что курс вот-вот начнется, поэтому начинать, ну, возможно, если будем делать несколько таких потоков, то в следующий вы попадете в Агуале. И обязательно просмотреть все уроки по правильному чтению суры Аль-Фатиха, которые есть у меня на канале. Как я сказала, это около 30 уроков, они небольшие, по 10-20 минут. Соответственно, это можно за один день посмотреть. Но факт не только в просмотре, конечно, а проконспектировать, понять, отпрактиковать то, что там рассказываю. Также, конечно же, необходимо согласие на то, что запись непосредственно будет транслироваться в YouTube. Вот, и поэтому на это ваше согласие должно быть. И вы должны выполнять все те рекомендации, которые я буду вам говорить. Иначе смысла нету, да, если вы хотите за 1-2 урока исправить, это невозможно. Конечно же, нужно выполнять рекомендации помимо самого урока, работать и исправлять. Если в течение 1-2-3 уроков максимум я буду наблюдать, что сестра не выполняет рекомендации, она не исправляет ничего, да,
значит, она мало работает, значит, такой сестре будет отказано в продолжении уроков. Максимально будет 10 уроков для каждой сестры, которая запишется и как бы подтвердится ее участие в этой группе, иншалла. Я надеюсь, что если вы сами не можете записаться или по какой-то причине не хотите, вы можете поделиться с теми, кто, по вашему мнению, мог бы записаться и кому этот курс или эта группа будет необходима. Подписывайтесь на канал, записывайтесь, делитесь благими знаниями. С вами был Малик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.